Сезон заготовок начался, поэтому расскажу вам легкий способ, как закрыть белый налив. В хорошо промытые банки укладываем также хорошо промытые яблоки до самого верха. Заливаем их кипятком. Затем накрываем крышками и также накрываем полотенчиком, оставляя минут на 25. Через 25 минут воду сливаем в кастрюлю и ставим на огонь. На 3-литровую банку сыпем 1 стакан сахара. Ждем, когда вода закипает. Тем временем в каждую баночку 3-литровую насыпаем 1/2 чайной ложки лимонной кислоты и заливаем теперь кипящим сиропом. Затем закатываем машинкой. Как только банки закрыли, мы их переворачиваем и накрываем также полотенчиком до полного остывания. И вот такие вот яблочки получаются. Здесь есть и компот, яблочки целые. Такие яблочки не страшно давать своим деткам. Всем приятного аппетита, готовьте с любовью!